Лайк, 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 ла-ла, лайк. Ма, смотри, лайк, 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 ла-ла, лайк. А он танцует, можешь мне картонок голову такую же сделать? Сема, тебе сделать, не надо, у тебя эта картонок голову. Ма, ну шути, ну шутка, шутка. Короче, мой, извини. Короче, дорогие друзья, ставьте лайк. Да, ребятки, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмякайте на колокольчик. Банч по голове. Короче, да, в общем, и знаете что, вопросик дня, что бы вы выбрали, изумрудик, золотишко или алмазик? Напишите, что вы выбираете. Ну, как бы, вы знаете, что я выберу, даже не спрашивайте. Моя алмазная душа, и я, наверное, тоже за алмазик, а вы за что? Может, кому-то золото, кому-то изумруд. Ну, напишите реально, может, кому-то нравится. Ну, изумруд красивый, кстати, тоже. Изумрудик вообще классный, такие, у кого-то, может, зеленые глаза, но выберет изумрудные. Изумрудные глаза будут. Вау, мам, круто, да, звучит? А у кого-то желтые глаза, золотые, да? Мам, что ты какой? Кстати, мам, мы сегодня на раскопки отправляемся. Я кое-что заказал. Только давай мимо Людочки мы пройдем. Так, я опять, я поняла, ладно, подойдем к Людке. Нет, мам, мимо, все. Ладно. Все, уходим, мам, сейчас быстро берем и быстренько утекаем. Мам, за дом, быстрее, давай, за дом. И в лес, мам, в лес, сейчас покажу, мам. Беги сюда, мам. Быстрее. Оп, 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 оп. Она вроде не заметила, я вроде не заметила. За миллион, мам, заказал. Все, что? Так, сюда, быстрее, мам, быстрее. Так, а что это такое? Ну-ка. Вот, смотрите, это целый цех, короче. Смотрите, горный гаджет. Ого, мясо. И мясо берем. Мам, смотри, как. Меня только мясо удивляет. Смотри, как работает. Смотрите, сейчас съем. Ну-ка. Помочь. Прям так. Фигачит. О, смотри, реально работает. Смотрите, да, это он, типа, короче. Землекопатель? Ма, это землекоп, да. Все, погнали, ма, добывать сейчас. Вау. Так. Вот так добываем. А я мозги тебе могу просверлить? Ма, нет. Ой, я нашел железо, сейчас железо буду переплавлять. Слушай, а блоков-то сколько, блин, нам рюкзака не хватит. Ну да, надо что-то с блоком. А, кстати, его можно модернизировать, сейчас покажем зрителям. Пойдем. Короче, смотрите, друзья, давай. Здесь есть, смотрите, разные модернизирования. Шелковое касание, пустотная мусорка. Кстати, его уничтожает блоки, также добавляет фильтрацию. То есть, получается... О, давай возьмем эту мусорку. Сразу? Ну подожди, как она удаляет все блоки или избирательно? Я не знаю, ма, давай проверим. Короче, берем вот эту штучку, сейчас узнаем. Короче, смотрите, друзья, чтобы не заполнять наши... Эти. А давай сначала так покопаем, а потом сделаем фильтрацию. Смотри, как это делает. Она уничтожает блоки, получается, полностью. Но те, которые мы не задеваем, она не уничтожает. То есть мы можем их копать кирочкой обычной. В смысле? Ничего не понял. Но. Ну смотри, если она уничтожает блоки, бросает их в мусорку, да? Сейчас проверим, можем... короче. Сейчас проверим. Ма, ты не думай, ты не рассуждай. Что-то... Так, ну-ка, все, модернизировали. Так, модернизировали. Так, сейчас проверяем. Так, сейчас я тоже попробую. Ну, у меня также все идет. Я не знаю, ма, она, по-моему, не работает. Ну-ка. У меня вот включена она, вот. Редактировать фильтр. Белый список активен. Черный активен. А, вот, в черный список можно добавить. Переключаешь, его, допустим, булыжник кладешь туда. Ну-ка. Это как? Это ты редактировать фильтр нажал? Да, да, да. Фильтр. А, вот. Землю, да, тогда? И вот это мы положим. Все. Да, вот. Все, ма, погнали, давай. Фигачим дальше, ну-ка. О, они реально, по-моему, не собираются. Или не собираются? Не собираются. Не, у меня не собираются. Значит, я вот этот не положила блок в фильтр, ну-ка. Да, смотрите, вот аденизит, короче. Аденизит тоже сейчас в фильтр кладем. Смотрите, ма, удобно, слушай, да? Смотри, все, не собирается больше. А у меня почему-то собираются, я не знаю. Может, ты не в черный, а в белый положила список? А белый наверху или вверху? Внизу. Ма, белый, черный. Вот редактировать фильтр, а рядом есть квадратик. Черный список и белый. Нажимаешь на черный и все. Ма, ты что, глупишь, что ли? А, черный. Ма, ну ты список. Тупень вообще. Ма, ну ты тупень. Смотрите, друзья, что надо... Вот здесь надо переключать, видите, есть белый список. Так я не знала. А есть черный, все. Все, ма. В черный список. Ма, тебя отправили в черный список, блэклист. Так, жиза чисто, жиза. О, реально, не собирается. Слушай, ма, удобно? Смотрите, друзья, удобно. Вообще, ребята, и не заполняется инвентарь, это вообще удобно. Так, сейчас я еще булыжник туда положу. Как-то темновато тебе, не кажется? О, пойдем сейчас возьмем, там, по-моему, есть модернизация для факелов. Друзья, прикиньте, он сам будет ставить факелы, ну-ка, сейчас проверим. Лучше бы он светился. Так, ну-ка, давайте. А сейчас проверим, короче, друзья, сейчас будем проверять. Так, ну-ка, ой. А где это находится? Ну, факел там. Так, ставим гаджет. Факел. Воу, теперь есть улучшение
Ой, а я не подобрал его. Ну-ка. Во! Установлен. Ну-ка, пойдем сейчас посмотрим, факел будет Пошли, ставиться. Давай, да? Посмотрим, что такое. Ок, давай это. О, ма, сам ставится! Обалдеть, а где он? Вот, это синенькая, вот эта штучка, которая. А, нифига, слушай. Мал, удобно. О! Здесь что? О, тут медь. Так. Слушайте, это вообще просто нанокопатель 2020 года. Ма, это, короче, да, нанокопатель. Слушай, ну это прикольно. Слушай, а пойдем там сделаем, чтобы он по три блока сразу копал. Так можно? Да, пошли, Ма. О, пошли, я за. А то медленно копает. Вообще медленно, капец. Так, вот. Ну что там? Улучшение 3 на 3, короче, вот, позволяет радиус Вижу. Добычи увеличить. Так, все, ставим, короче, горный добыватель. Вот, и потом, Ма, по нему правой кнопкой кликни и сделай, чтобы размер был не 1 на 1, а 3 на 3, ну-ка. О, да, Ма, смотри, пошел. Shift и правой кнопкой, Ма. А, вот размер 3 на 3. Да. Ма, смотри, как фигачит, вау. Все, ребятушки. Ма, пойдем вместе, рядышком. Давай до недр докопаемся просто. Нам надо все улучшения. Как нам только выбраться потом, Жень? Как, ну просто вот так выбираешься, все, ступеньки же есть. О, господи, долго. Ладно, погнали. Копаем, короче, алмазы, ребятушки, чисто алмазы. Чисто алмазы. Так, сейчас. Как думаешь, тут есть? Пойдем, короче, это еще модернизируем кое-что. Пошли, Ма. Ну ладно, пойдем. Видишь, блин, нормально можно. Ну долго, Ма. Ну еще бы телепорт, да, еще был бы изобретен. Да, блин. Ну-ка, что здесь такое? Может быть, мы точку спауна здесь поставим как-то? Не-не. Так, улучшенная заморозка. Ну-ка, что такое улучшенная заморозка? Ну-ка, давай проверим. Так, я тоже хочу взять эту штуку. Сейчас, короче, друзья, проверим. Ну-ка. Может, она тебя может заморозить? Сейчас проверим, ну-ка. О, улучшенная заморозочка, так сейчас берем. Ну-ка, если к воде подойти. Ее надо как-то включить, да? Ма, воду морозит, смотри. Да ладно. Смотри, морозит воду. А ты ее как-то включил, да? Ну просто установил и все, Ма, устанавливай ее. Так, а вот она. Подожди, смотри. А, нет. Вот, работает, смотрите, друзья. Вау. Просто в лед превращает. Крутяшно. Оно испустошает воду и делает лед, Ма. Курица, она ж яйцо от неожиданности снесла. Сейчас мы тебе подлечим глазки. Так. А можно? Подожди, а можно, чтобы курицу можно было? Кирак и все. Ма, ну что такое? Это горный добыватель, а не нанооружие ликвидации человечества. Очень жаль. Улучшенный магнит, смотрите, разрушает блоки прямо в вашем инвентаре. Чего? Как это? Разрушает блоки прямо в вашем инвентаре. А, разгружает, все. Блин, что пугаешь? Разрушает. Давай сейчас поставим. Устанавливаем. Так, ну-ка, магнит тоже поставили, ну-ка. Видал? О, они телепортируются. Вау, они теперь не просто их не подбирать надо, они прям рассеиваются. Смотри, Ма, они рассеиваются, как Танос. Мама, теперь Таносы. Вау, вот это крутяк, мне нравится. Так, ну-ка, что там еще есть? Так, шелковое касание. Не, это фигня. Ну давай попробуй, поставь и посмотрим. Ну, по-моему, шелковое касание, чтобы интересно. У тебя просто блоки все добывались. Аккуратнее, как, например, алмазы. Он добудет не алмазиком, а алмазный блок. Ну-ка. Так, включить надо? Не, ничего не надо включать. Ну, по-моему, ничего не поменялось. Ну, потому что у нас стоит этот ликвидатор блоков. Кстати, ну-ка. А, там. Ну ладно. Песочек тут, ага. Так, а что вот тут еще? Смотри, улучшения какие-то лежат. Удача. Уровень 2, во, уровень прям 3. Земля, смотрите, как телепортироваться пошла. 55, сейчас смотрите, 60. Так, надо ее добавить в Blacklist. Так, сейчас добавляем. Blacklist. А я добавила. А я просто ее убрал, проверил. О, сейчас все. Давай какие-нибудь улучшения поставим, погодь. Давай, все, мы оставим. Так, а давай. Бутырки опыта. Ну ладно, потом посмотрим. Смотрите, вот, удача, уровень 3. Нагорный гаджет. Давай сразу уровень 3, чисто удача. Давай. Так, ставим сюда нашу пушку. Альма! Что такое? Чуть не застроил эту штучку. Господи. Во, ну-ка теперь удача так. Будет. И типа нам должно повезти на алмазы или что? Ну типа да, там когда мы добудем алмазы, их будет очень много. А у меня, а вот пилец. Слушай, дальность, очень маленькая дальность. Так, пушечки. Давай дальность прокачаем, что тут есть? Во, улучшенная дальность уровень 3. Расширяет вашу дальность 5 раз с каждым уровнем. Всё, погнали, так, ну-ка. Отлично. Так, ставим сюдашечки. Так, дальность, вот теперь походу она будет. На Wi-Fi походу. О, ма, нифига дальность, смотри. Ого.
О, вот это вот мне нравится. Смотрите, дальность какая. Вау! Крутяшно. Так, 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 так. А что тут? Вау, еще? Просто. Ма, воду пофигачь, смотри, как там все превращается. А что? Ну, а там уровень, уровень еще написан был. Ну, сейчас давай по пузырьки поразбиваем уровня. Бери, бери. Давай. Оп-оп-оп-оп-оп. Ну что ты там крушишь, просто стекло ломаешь. Ма, пошло, пошло дело. Слушай, тут такие еще эффекты красивые. У меня уже 15 уровень. И что, дальность будет 15 блоков, ну-ка? А этот уровень же наш, качна скачает. О, ма, пока! Эй, стой, стоп, 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 стоп. Так, давай сейчас посмотрим, что тут еще есть. Тут есть еще, короче, эффективность, 5 уровень. Сразу берем мою эффективность и отправляемся за алмазами, я считаю. Давай, 5 уровень. Так. Короче, смотрите, мы наш гаджет прокачали на максималку. Смотрите, сколько модернизации. Кстати, можно сейчас так пойдем алмазы искать. Все, прокачано. Прокачано. Все, мы погнали, погнали. Все, сейчас... Мы же все прокачали? Ну-ка, давай посмотрим. Да, все прокачали, все. Да, друзья, реально все прокачали, прикидываете? Вау, как удобно. Слушай, сейчас алмазы найду. И то, что факелы ставить не надо, друзья. Иди за мной, смотри, вау. Смотрите, просто вообще они крушим. Просто испаряются все. Блин, о, крутой мод. О, смотри, там руда, руда. О, уголь. У меня уже 14, у меня уже 14 золотой руды. Слушай, о, уголь добылся. В черный лист поставить мне, подожди, сейчас я уберу несколько в черный лист. Так, я тоже сейчас, ну-ка, редактирую. О, что такое, удача? Камень. О, удача активирую, да. Удача, прикинь, не активирована была. Это... Удача не активирована у тебя? Да, была? Изначально. Как? У тебя, наверное, тоже. Проверь. Ща. Я тут ставлю в черный список. Все, я пошел. Я, короче, уже все тоже добавил в черные списки. Удача. Смотрите, смотрите, уже 18. 18 железной руды. Уже 23. Уже 27. О, ничего, уголь. Ты там копаешь. 32. 26 угля. Смотрите. Близкий, я алмазы хочу найти, ребят! Сейчас... О, золото, золото! Смотрите, 8 золота уже. Так, что-то я не то включила. Точность, выключить точность. Во, пошло, о, пошло. Вон, я, смотри, железная руда, сколько. О, ребят, да. Мы тогда недр докопаемся просто. Смотрите, сколько уже, 38. Золото, золото, золото! А я уже добыл золото, ма. А-а-а. Давай за мной, ма, иди за мной, куда ты ушла-то? А я не знаю, где ты там. Ну иди, значит, вот сюда, ты. Ма, давай. Я хотела пониже спуститься. Там сейчас спустимся, сейчас спустимся. О, смотри, сколько здесь. Интересно, он бедрок копает? Не знаю, сейчас проверим. Тут уголь. О, золото, золото, золото. Блин, блин, я буду вопить, если найду. Ма, слушай, прикольно. Ма, спускайся быстрее, ты где там стоишь? Ма, иди сюда, да вниз. Да вон я. Так, так. Тут уголь. Смотрите, уже 42 угля. Смотри, ма, как добывается быстро. Ну, у меня тоже много. Так, у так, меня так, уже 3 стака угля, я не знаю. Пипец. Блин, Redstone. Так классно рассеивается. Вообще. О, бедрок нет. Мы бедрок, ама, докопали. Бедрок, о, алмазы так и не нашли. Пошли наверх, он выше, значит. Мы... У бедрок... О, алмаз, ма, алмаз, вот он. Алмазики. Мы получили достижение. О, Redstone. Много Redstone. И железо. Слушай, а прикиньте, ма. Кто-то так просто ходит и с киркой это все копает. Ой, капец вообще. А мы, короче, ма как читеры, слышишь? Ну, ой, у меня заряд из этой израсходовался. В смысле, а у него есть заряд? Да, энергия, он на это, ред энергии работает. Ма, у меня заряд кончился. А у меня нормально все. Так, я сейчас поставлю. Так, я сейчас поставлю себе. Опа. Сейчас смотрите. Синий, это что такое синий? Ну-ка, 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 ну-ка. Это лазурит. Лазурит, да, лазурит. Так, сейчас берем. Короче, друзья, сейчас будем делать переоснастку оборудования. Так, переоснастку оборудования. Ой-ой-ой, блоки осыпались. Ну, я тут пока покопаюсь немножко. Ой, у меня тоже разрядилось. Что делать? Ма, вот что делать? А вот ничего. Сейчас, короче, на тебе запасную штучку, на, ма, запасную. Так. Нам надо, короче, с той штуки старой снять модернизации, а на новую одеть. А если... А, вот он стоит. Все, сейчас сделаем. Смотрите, друзья, ничем мы читеры, да? Ну да, мы так чуть-чуть вот... Ма, что ты мои снимаешь, ма? А, это твои, прости. Ну да, я ставлю. Ма, поставь обратно. Я верну. Я думала, можно и тебе, и мне одновременно. Нет. Все, ма, давай. Завопил, да, такой, ма? Вообще завопил, смотрите, ребят. Что ты мои не трогаешь? Что ты не трогаешь мои? Ма, я обиделся. Чисто обиженный ребенок. Ну, да, ма, ну, конечно. Обратно.
Так, все, вот это все. Блэклист заново там добавляй, короче. Ага. Именно в черный, а не перепутай с белым. Да, окей, окей. Так, слушайте. Во, все, я пошел дальше сверлить. Так. Нам надо сейчас выше чуть подняться, алмазы там. Ой, а почему у меня написано нет доступных улучшений? Я что-то не поставила? Вроде все стоит. Кто там, что нету? А, я не ту пушечку взяла. Ма, ну что ты там тупишь-то опять? Так, ну-ка давай, так, иди сюда. Черный лист, редактор. Ма, давай, давай, давай. Пошли быстрее, ма, быстрее. Мне надо черный лист поставить. Я тут сундук какой-то нашел, сундуки! В смысле, реально? Да, вот, иди сюда, тут сундуки. Так, иду, 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 где? Где? Вау, сокровищницу нашли! А где ты? Ты где? Ты где? Вот, где сзади, ба, ну куда? Иди сюда. Вон, вон, там сокровища, там пауки, смотри. О, я, отлично. Там, там яблочко было золотое. Так, сейчас. Отправляемся еще алмазы искать. Все, ищем. Ой, паук, паук, паук. Я же говорил, можно найти алмазы за 5 секунд, ма. Это, смотрите, блин, как это найти алмазы за 5 секунд. Ребят, очень полезный мод, если вы играете. Можете так немножко сидеть. Лаву в бедрок превращает, смотрите, друзья. Да, да? Я нашел это лаву, и она, смотри, превращается в бедрок, как, чтобы не затопило. Ма, иди сюда быстрее, вот. Прикол. Ай, кто меня? Ай, павук, павук, павук. Ма, гаси его. Как я тебе его загашу, у меня руки пустые. У нас есть алмазы, мы можем из алмазов что-нибудь сделать. Давай броньку, короче, сделаем. Блин, слушайте, блин, помоги, круто. Жень, он мне сейчас кикнул. Я иду, ма. Да все, я уже его загасила одна. Отлично. Вот, дорогие друзья, мы показали вам, что это реально работает, поэтому ставьте лайк за такой крутой мод. Да, ребятушки, мод действительно крутой, поэтому ставьте лайк, скачивайте там, подписывайтесь. Так да, далее. Все, и всем пока-пока. Всем пока-пока. Вау. Круто, да, ма? Чешно. А че он появляется обратно? Ну все, ма, он блокирует лаву, ты че? Круто, да, мам? Да.